Первенство Сибири по боксу среди юношей 15-16 лет – долгожданное спортивное событие для Бийска. Ледовая арена «Прогресс» встретила юных боксеров со всех регионов Сибири. На турнир приехали более 180 участников. Я бы хотел бы поблагодарить тех людей, которые череда событий, которая позволила провести данные соревнования. Вот в первую очередь это наш президент Владимир Владимирович Путин, который сделал национальные проекты и по этой программе построился этот прекрасный ледовый центр «Прогресс». Но он и не только ледовый, это все-таки спортивная, универсальная площадка. После предварительных боев зрителей и участников соревнований ждала красочная церемония открытия – экскурс по истории Бийска. От указа Петра I о строительстве Бекатунского острова до присвоения городу статуса наукограда. В церемонии открытия приняли участие министр спорта края Иван Нифонтов, исполнительный директор дирекции Федерации бокса России в Сибири Игорь Евдокимов, помог в организации турнира и поддержал наших спортсменов депутат Государственной Думы Александр Прокопьев, выделил 300 тысяч рублей. Санкции, которые вводят против наших спортсменов, не могут сломить их дух и волю. Они продолжают тренироваться, принимают участие во всех соревнованиях внутри России и готовят себя к большим победам. Ведущим мероприятия стал легендарный ринг-анонсер Александр Загорский. Открытие посетили звезды бокса Рахим Чахкиев, Александр Поветкин и Денис Лебедев. Бокс – это такой вид спорта, где необходимо быстро принимать решения. Он учит командной работе, болеть друг за друга. Много очень вещей воспитывает вообще секция бокса. И в целом ребята учатся преодолевать трудности, воспитывается мужской характер. В глубинках рождается, в принципе, настоящий чемпион. Всегда так было. Вот всегда так было. Если у вас все есть, и вам не надо будет никуда стремиться, ничем жертвовать, ни потом, ни кровью, ничем. Не с разлукой с родными, да? Вот. А если у вас, вам надо чего-то достичь, если вы стремитесь к чему-то, то это хорошая цель для молодого парня выбрать эту цель, идти к ней. Первенство по боксу продлится 5 дней. По итогу соревнований судьи определят 13 спортсменов в своих весовых категориях. Именно они дали отправиться на первенство России, которое пройдет в апреле этого года в Самаре. Узнать имена лучших можно уже в эту субботу. На «Прогрессе» состоятся финальные захватывающие бои. Елена Кузовкина, Илья Петков. Будни.